Меры безопасности в каникулы, особенности воспитания подростков и общения с ними для первоайских родителей провели общегородское собрание в преддверии летнего отдыха. С докладами выступили представители различных ведомств. С детьми надо вести беседы относительно того, как себя вести в социальных сетях, что не нужно общаться с незнакомыми людьми. Бывает часто смотреть, нужно, чем они увлекаются, во что играют, в какие-то компьютерные игры. Летом школьники больше рискуют попасться на уловки мошенников в интернете, рассказывают родителям. Собрание «Безопасные каникулы» провели в Центре развития детей и молодежи. Сотрудники прокуратуры, следственного отдела полиции, МЧС и медики, гинеколог и психолог обратили внимание первоайских родителей на два основных направления – правовое и половое просвещение при воспитании несовершеннолетних, а также соблюдение правил безопасности на дорогах, дома, на воде, в лесу и в общественных местах.